Здравствуйте, друзья! Помню, вы как-то просили более детально рассказать о своих ангелах, мотивируя тем, что о скалярии Дантум Альбино нет практически никакой информации в Рунете. Что ж, перед тем, как снимать очередное видео с ними, мне пришлось немного обождать, чтобы мои красавчики хоть немного подросли. И вот вчера я совершенно случайно напоролся на изумительную статью на одном из русскоязычных форумов, которую, собственно, и решил озвучить в этом видео. Этот выпуск будет состоять из двух частей: статьи, которую написала Юлия К., и моих личных наблюдений, которые я выскажу в самом конце этого ролика. Я не претендую на авторство первой части этого видео, и надеюсь, если Юлия увидит это видео, будет не против того, что я сделал своего рода ремейк. Но перед тем, как приступить к дантумам, хочу похвастаться немного своими малышами Satanoperca jurupari, суринамскими геофагусами и уару, которые за последнее время изрядно подросли. Итак, если вы готовы к просмотру, если в руке уже дымится ароматный чай, а на тарелочке лежит вкусная печенюшка, я запускаю заставочку и начнем, друзья. Все мы живем в бешеном ритме, стараясь опередить стрелки часов. Но иногда нам нужно что-то особенное, цепляющее взгляд, способное остановить нас, заставляющее, созерцая, уйти в себя и ощутить гармонию хотя бы мимолетно. Что может быть лучше для этих целей, как поставить на самом центральном месте аквариум с сказочным ландшафтом и плавно передвигающимися грациозными скаляриями Дантум Альбино. Их белая краска символизирует чистоту и спокойствие. Неспешная манера передвижения завораживает, а размах плавников впечатляет. Дантум Альбино достигает размера 15 см длиной и 26 высотой, и благодаря своим парусным плавникам напоминает сказочного ангела, приковывая далеко не на минуты к себе внимание. Скалярия Дантум Альбино является природной альбиносной формой скалярии Рио-Нанай, обитающей в Перу. Подкрепляется это тем, что у Дантум Альбино отсутствует пигмент, и данная форма скалярии имеет красные глаза, что в свою очередь является основным признаком альбинизма. Первым зарегистрировавшим данную форму является разводчик Danziger Zierfischfarm, окрестивший их Dantum-Skalare, что является сокращенной формой от Danziger и Альтум. Отсюда следует, что Дантум исключительно коммерческое название. Но и по сей день многих сбивают с толку и поражают массу мнений форма носа, характерная для перуанской красноточечной скалярии, имеющая сходство с формой носа у Альтум. Внешняя красота Дантум Альбино таит в себе множество нюансов и сложностей в содержании, так как в их организме отсутствует меланин, отвечающий за защиту глаз и кожных покровов. Дантум Альбино обладает плохим зрением и светобоязнью. В связи с этим их необходимо содержать в аквариумах с затененными участками из растений, коряк, камней и грота. В таких условиях эти рыбы чувствуют себя намного спокойнее и комфортнее. Также их следует содержать отдельно от каких-либо соседей и своих неальбиносных сородичей. Данное обстоятельство объясняется тем, что альбиносы при кормлении часто остаются без достаточного количества корма из-за своего плохого зрения. В результате идет медленное развитие и задержка роста. Особенно это важно, когда альбиносы еще только растут. Но достигнув своего взрослого размера, альбиносы могут вполне спокойно сосуществовать со своими соседями по аквариуму. Температура для содержания альбиносов также, согласно рекомендации специалистов, предлагается выше обычной на 2-3 градуса, а этот температурный диапазон способна выдержать далеко не все рыбы. Подращивать подростков довольно сложно. И чтобы не получить уродцев, для оптимального роста красивых длинных плавников необходима высота аквариума не менее 60 см, а лучше даже 70 см. А также, конечно, регулярная смена воды и неоднократное кормление порядка 3-4 раз в день. Естественно, в таком случае довольно сложно удержать баланс, но при желании вполне возможно. Для нереста Дантум Альбино потребуется вода с кислотностью 5,5-6 pH и температурой 28 градусов. Установленный конус, либо овал, вырезанный из пластика в форме крупного листа. А также масса терпения и везения, так как Дантум Альбино обладает незаурядным характером. Далее икру стоит убрать и поместить в отдельный аквариум, дно которого должно быть покрыто 2-сантиметровым слоем кварцевого песка. Его преимущество состоит в том, что личинки сразу после вылупления не падают на стеклянное дно, поскольку там зачастую образуется бактериальный слой, сказывающийся негативно на развитии личинки. На удалении в 5 см от конуса необходимо установить аэратор, который будет обеспечивать личинок необходимым кислородом и приведет воду в движение, имитируя природные обмахивания плавниками родителей. Но несмотря на все сложности в содержании этой поистине уникальной скалярии, уютно устроившись утром за чашечкой ароматного кофе, вам не захочется сорваться и побежать. Не захочется включить телевизор и посмотреть последние сводки новостей со всеми ужасами и неприятностями. Вы просто остановите время на мгновение, расслабитесь, ощутите аромат свежего сваренного кофе, который раньше вы пили на ходу, насладитесь великолепием частички подводного мира и умиротворением неспешной жизни за стеклом. Ведь день, начавшись так прекрасно, даст вам правильный настрой, а вечером, за теплым ужином, вы, созерцая грациозных белоснежных ангелоподобных созданий, сможете обдумать все ваши принятые решения в спокойной обстановке, расслабившись и на мгновение понять: мир так прекрасен. Автор Юлия К. Скалярия Дантум. Циклида, меняющая твою жизнь. Что ж, друзья, я очень надеюсь, что вам понравилась эта статья. Лично я был под впечатлением после ее прочтения. Под этим видео я обязательно оставлю ссылочку на оригинал статьи. Вы всегда сможете зайти и почитать эту статью в оригинале и даже, я думаю, пообщаться с автором. Ну а теперь хочется добавить несколько слов от себя, рассказать вам о своих личных наблюдениях. Как видите, мои дантумы живут в коряжнике со слабым освещением. Высота аквариума 40 см, чего им пока что вполне хватает. Из соседей с ними находятся малыши уару, Satanoperca jurupari и суринамские геофагусы. Под ним снуют несколько видов лакариевых сомов и несколько боций клоуна. Из всех перечисленных соседей именно боций я бы не рекомендовал бы в качестве соседей ни к геофагусам, ни к скаляриям. Уж очень своенравная и наглая рыба, которая при настроении не против и плавнички, и косички пощипать. Подобным нравом выделяется и уару. Хотя во всех источниках написано, что рыба очень мирная, но за еду и территорию между корягами они всегда готовы повоевать и отстоять свое. Был опыт содержания и крупных уару, и те даже астронотусам умудрялись навалять. Но вернемся к нашим дантумам, друзья. Действительно, их плохое зрение я начал подмечать почти сразу после приобретения. Поначалу я списывал это на медленную адаптацию, но чем дальше они у меня жили, тем больше я начал подмечать то, что рыба ориентируется в пространстве далеко не всегда с помощью зрения. Относительно кормления у меня никогда проблем с ними не возникало. Они с аппетитом поедают сухие корма, тетрадискус, тетрамин в гранулах, замороженную артемию и фарш. За трубочник даже дерутся, хотя балую я им их крайне редко. Из 6 приобретенных мной особей одна оказалась полностью слепой. С первых дней я заметил, что она отбивается от стаи и плохо находит сородичей, в то время как остальные всегда плавают кучной стаей. Да и с подрастанием стаи эта особь заметно отстала в росте. Эта рыбка у меня находится почти 3 месяца, и каждый раз, подходя к аквариуму, я всегда прикипаю взглядом в первую очередь именно к дантуму. Их снежно-белый окрас, желтоватой полоской и с голубовато-бирюзовым отливом завораживает взгляд и приковывает к себе внимание. Так что если вы хотите себе в аквариум скалярию голубых кровей, то начать я бы советовал именно с дантума. Еще хочется развеять миф о бытующем мнении, мол, дантумам и альтумам нужен практически стерильный аквариум, как и для дискуса. Эта рыбка, друзья мои, живет у меня при температуре 27-28 градусов, с 2-3-разовым питанием и разгрузочным днем раз в неделю. Аквариум с дантумами подключен к общей системе фильтрации, в которой живет очень много разной рыбы. Подключен самп, протока и ультрафиолетовый стерилизатор. Вот в принципе и все условия. Я понимаю, что в обычных домашних условиях все это реализовать не всегда предоставляется возможным. Но если вы приобрели стаю этой прекрасной рыбы из 6-10 штук, и у вас аквариум литров на 300-400, осуществлена хорошая биологическая фильтрация, то эта рыба вполне сможет жить и прекрасно развиваться в таких условиях. Кстати, течение дантумы в корню не переносит, и в аквариуме с ними я бы советовал его гасить до минимума или разбивать с помощью дождевалки. Ну что еще сказать? До размножения мне еще пока далеко, так как моим малышам всего несколько месяцев. Так что подписывайтесь на обновление канала, и возможно в недалеком будущем мы с вами вместе попробуем отнерестить эту прекрасную рыбку. Ну а если останутся вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях или одном из следующих видео. Так что не стесняйтесь их задавать. Ну а сейчас, друзья мои, я вас оставлю. Здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч!